7 миллиардов людей. Из них половина живет меньше, чем на 2 доллара в день. И у каждого есть своя цель. Уйти или остаться. Возникает много вопросов, зачем и почему, на которые сами себе не можем ответить. Мы пытаемся себя найти, но найти себя — это так сложно, почти невозможно. Каждый день мы делаем не то, что хотим. Нас это, видимо, устраивает, и это менять мы хотим, но говорим. Много говорим и мало делаем. Иногда хочется уехать далеко, так далеко, чтоб тебя не нашли. Но потом настает чувство одиночества и тоски. И не можем понять каких-то самых простых вещей. Мы не ценим жизнь, просто ее, все вокруг, семьи и друзей. Ценим тогда, когда потеряем. Нас отличают статусы. Кто-то так сказал или придумал. Но ведь нет у кого-то умнее или стройнее. Все мы рождаемся одинаково и являемся художниками жизни своей. Но мысли. В голове все время мысли. Всякие разные, добрые или злые. Именно они нас отличают. И любовь. Любовь. Еще одна задача на нашем пути. Описать ее невозможно, ведь это что-то большее. И когда-то она проходит. Но ее невозможно забыть. Она сидит у тебя глубоко там, в голове или в сердце. И как бы мы ни сопротивлялись, от нее никак не уйти. Но нужно смотреть вперед и, не оборачиваясь, набирать обороты и темп. Ведь начало так близко. Начало. Да только начало.